Вот наша печка, на улице ливень. Промок весь. Поменял 4 аккумулятора за сегодняшний день. Все, промок весь по пояс. Лужа, море на улице. Натаскал дров. Дрова, конечно, страшные. Начал сушить башмаки. Башмаки начали плавиться, блин. Поставил здесь, но самое главное, вот она. Вот обед за счет работодателя. Кастрюля. Супер. Что за суп, покажу потом. Сейчас неохота в кастрюлю лезть. Но обычно вкусная. В прошлый раз была солянка, перед этим были макароны по-флотски. И перед ними был суп, кажется, грибной. А так обычно или мясо куски на гриле, колбаски. Вчера был комплексный обед, надо было снять. Не подумал. Ладно, печка горит. Все нормально. Зимой ее тут круглосуточно кочегарят. Но главное супец. Все. Как тут у нас супчик? Что у нас тут? Не видно, что-то овощное, видимо. Но еще не кипит, но уже, в принципе, можно снимать. А то уже так жрать хочется, что даже переночевать негде. Так, это первый у нас. Суп овощной, но пахнет очень-очень вкусно. Там еще жареные колбаски, жареные на гриле. Типа охотничьих, только очень толстые. По запаху я говорю охотничьих. Лепушка хлеба. Бардак, конечно, но времени нет. Все, готовчинка. Трындец котенку, пищать не будет.